Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. В Белисах полицейские обезвредили преступную группировку, специализирующую на незаконном изготовлении и реализации контрафактных алкогольных напитков. В ходе специальных мероприятий, проведенных бельскими правоохранителями, удалось задержать 35-летнего местного жителя. Мужчина был задержан с поличным в тот момент, когда изготавливал спиртное, предназначенное для последующей продажи, передает журнал .md. Полицейские изъяли около 200 литров контрафактного алкоголя, а также 500 фальшивых акцизных марок. Вся продукция конфискована, а подозреваемому грозит штраф в размере 3000 леев.